Так, Башкортостан лидирует в Приволжье по количеству жителей, а в стране по этому показателю занимает 7-е место. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил руководитель Башстата Акрам Ганиев. По данным переписи, численность населения Башкортостана за 10 лет увеличилась на 0,5% и составила 4 миллиона 91 тысячу человек. Доля городского населения также выросла на 1,5% до 62%. Доля мужчин в общей численности населения составила 47,2%. Женщин 52,8%. То есть все-таки половое соотношение в какой-то степени оздоравливается. Росстат ежемесячно будет выпускать окончательные итоги по разным темам и направлениям. В ближайшее время будет получена окончательная численность населения по стране и регионам. В сравнении с 2010 годом численность населения Уфы выросла на 9%. Такая динамика позволила столице республики опередить по данному показателю Омск и Ростов-на-Дону и вплотную приблизиться к Самаре и Челябинску.